даже сказать про, собственно, что такое экспонента комплекса. Мы будем работать вот с такой вот функцией, девственник 2πx, 2πx поделить на p. Можно формально считать, что вот это вот есть вот такое вот, значит, комплексное число, косинус 2πx плюс и синус 2πx. Значит, основное свойство от экспонента, от этой что экспонента от суммы есть произведение экспонента. Это можно проверить так, что вот в формулу для косинуса, значит, я раскрываю экспоненту по определению, да, равно косинус 2π, 2π, на p. Теперь мне нужно собрать действительные мнимые части, да, это будет косинус 2π на p минус sin 2π на p плюс мнимая часть, значит, это выражение sin 2π на p. Вот, и дальше понять, что синус суммы есть вот это вот выражение, а косинус суммы есть вот это выражение. И значит, вот такого свойства экспонента имеется. Значит, основное свойство экспонента это то, что для нас нужно. Значит, основное тождество для экспонента, что если я возьму и просуммирую экспоненту от 0 до p минус 1, это и есть сумма по нашему полю, да, от 0 до p минус 1 по fp, вот, то эта сумма равна чему? Если a равно 0, то это у нас будет сумма единиц, да, потому что экспонента от 0, значит, косинус от 0 это единица, а синус от 0 это 0, да, значит, эта сумма будет равна p. А если а не равно нулю, то эта сумма будет равна нулю. Почему? Потому что вот по свойству умножения, да, можно записать эту сумму как сумма по x от 0 до p плюс 1, есть 2 и y, а это у нас число из fp, значит, вот я возвожу, так сказать, степень a целую. Да? Вот. Получается у меня наоборот, да? Получается у меня, что число есть не 2π на p по доли степени, и то есть это у меня фактически геометрическая прогрессия, да? Когда x равно нулю, экспонента будет равна единице, дальше есть не 2π p а, дальше есть не 2π p а в квадрате, и заканчивается это все есть не 2π p а p минус 1. По формуле геометрической прогрессии школьной, да, значит, это будет есть не 2π p а p минус 1 на e в степени 2 и p а минус 1. Теперь давайте посмотрим, что это такое. Значит, что это за e в степени 2 и p а на p. P уже сократилось, да? Получается, что e возводится в степени 2 и а это целое число. Если я подставлю вместо x целое, значит, тут, значит, что будет, давайте посмотрим вверху. Это будет косинус 2π а плюс и синус 2π а минус 1 поделить на знаменатель. Знаменатель я не буду писать.
синус 2πa для целого а это 0, косинус 2πa для целого а это единица, и значит вверху у меня 1 минус 1 поделить на что-то это 0. Если кто знает, значит, комплексные числа, то это можно тоже интерпретировать и по-другому. Что такое вот эти вот экспоненты? Мы фактически уже доказали, что это экспоненты каждая, если ее вот это вот экспонента. Значит, вот экспонента есть 2πi на p. Экспонента, если ее возвести в степени p, то я получу единицу. То есть эти экспоненты есть 2πi p, есть 2πi p на 2 и так далее, образуют правильный p-угольник. Вот. Сумма векторов, которые направлены в вершины правильного p-угольника,